Всем привет! Сегодня будут поделки-переделки из остатков ткани. Нам нужны маленькие кусочки синтетической ткани, которую легко вот так вот оплавить зажигалкой или свечкой. Весь процесс я опишу в субтитрах. Включайте субтитры. Приятного просмотра!
А если у вас остались вот такие вот кусочки фетра, то можно сделать красивые броши в виде необычных птичек своими руками. Вот такую сову, например, вот здесь мастер-класс найдете по ссылке. Или вот такую вот мифическую птичку с человеческим лицом. Вот тут вот размещу на нее мастер-класс.